В микрорайоне Чкаловский новое граффити. На стене дома номер 20 по улице Институтская появился арт-объект художников-победителей международных фестивалей Александра Морсина и Ильи Чичикина, которые ранее уже представляли свои работы в Щелкове. На стене дома изображена известная военная техника трех эпох. Царь-пушка, легендарная «Катюша», а в центре – стратегический ракетный комплекс «Сармат». Идея создания граффити появилась у молодогвардейцев. Ее поддержал глава округа Андрей Булгаков. И вот в преддверии Дня России состоялась торжественная церемония. Я вас хочу поздравить с праздником, то что мы в честь Дня России чествуем наших героев и открываем такой объект. Это очень круто, креативно и правильно. Это уже четвертый в Щелкове стрит-арт-проект. Стоит отметить, что граффити получают положительные отзывы жителей. И далее планируется продолжить создание подобных тематических изображений, которые не только совершенствуют облик города, но и помогают воспитывать молодежь в духе патриотизма.